Общественная палата Одинцовского городского округа. Хотели бы проверить наличие масок у вас в аптеке в продаже и стоимость. Медицинские маски, перчатки, респираторы и лекарственные препараты. Всего ли достаточно в аптеках, проверили члены Общественной палаты Одинцовского округа. Посетили более 30 точек в Одинцове, Звенигороде и Кубинке. Наличие масок, перчаток, антибиотиков – это на сегодняшний день очень важно. В некоторых аптеках присутствовали при входе антисептические средства. Также аптеки соответствовали всем нормам и разметки 1,5 метра между друг другом. И люди соблюдали дистанцию. То есть хочу сказать, что ответственность граждан, она на высоком уровне. Социальный мониторинг проводят по просьбе жителей. Были жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты. Общественники уверены, важен строгий контроль за деятельностью аптек. Провизор демонстрирует, у них в аптеке в наличии все необходимое. Маски, респираторы, антисептики, гелевые, спиртовые, различные. Ежедневно закупают лекарства и средства индивидуальной защиты. Контролировать рост цен на некоторые товары тоже важно, считают общественники. По итогам мониторинга выяснилось, что стоимость одной медицинской маски варьируется от 5 до 30 рублей. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».